Большая часть работ по ремонту дорог, которые проводятся в рамках реализации федерального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», уже выполнена. Напомним, в этом году в Твери проходит самая масштабная ремонтная кампания. Будут отремонтированы 24 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью 33 километра. За счет средств, сэкономленных на торгах во время конкурсных процедур, администрации Твери удалось дополнительно включить в план ремонта участки улиц Склескова, Ипподромная и Беляковский переулок. При проведении работ используется современный щебеночно-мастичный асфальтобетон, который хорошо зарекомендовал себя во время кампании в 2017 году. В данный момент работы полностью завершены и приняты на 11 участках Твери. В городе уже уложен 300 тысяч квадратных метров нового асфальта. Работы ведутся с опережением графика. Силами департамента дорожного хозяйства каждый день на объектах присутствуют работники, которые проверяют качество выполняемых работ. Также на объектах присутствует строительный контроль, который контролирует весь ход работ. В ходе уже законченных работ проходит рабочая комиссия, которая осматривает весь объект полностью и проверяет на наличие дефектов каких-то или отклонений согласно проекту. Кроме того, ведутся работы на улице Андрея Дементьева. Там планируется отремонтировать дорожное покрытие, тротуары и уложить плитку. Из-за этого возникают трудности у жителей и гостей города. На улице Андрея Дементьева у нас происходит ремонтная работа в рамках МБКД. Там планируется отремонтировать дорожное покрытие и тротуары. Будут тротуары расширены до 3 метров с каждой стороны. И тротуары будут у нас в граните. Мы понимаем, что на данном этапе приносим неудобства жителям, которые там живут и которые ходят в поликлинику. Поэтому мы приносим свои заранее извинения и постараемся в кратчайшие сроки закончить этот объект. На данном этапе все работы выполняются в сроки. Эта улица примыкает к нашей улице Степана Разина. Это улица, которая, можно так сказать, туристически имеет ход к памятнику, во-первых, Михаила Тверского и к набережной реки. И поэтому мы решили ее благоустроить для того, чтобы она была красивой и современной. До 15 сентября этот объект закончен. В администрации Твери рассчитывают закончить этот объект до 15 сентября.